За время Сталинградской битвы речники совершили через Волгу более 35 тысяч рейсов, перевезли свыше 60 тысяч солдат и офицеров, эвакуировали 30 тысяч раненых, доставили десятки тысяч тонн боеприпасов. Российских войск, окруженных в районе Сталинграда, наши войска ломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. Света, которые чтят память героев, отдавших самое дорогое — жизнь за свободу нашей Родины. Волга, ее воды, ее глубины стали тоже братской могилой солдат, моряков и речников, погибших в боях за Сталинград. Thank you.
считаю, что это было так.